Эпиграф «Призрак бродит по Европе». Карл Маркс. Манифест коммунистической партии. Я научность марксистскую пестовал, даже точками в строчках не брезговал, по пятым запятам, а не дурикам, изучал капитал с антидюрингом, не стесняясь мужским своим признаком, наряжался на праздники призраком, и повсюду, где устно, где письменно, утверждал я, что все это истина. От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих, а кто не псих, а вы не псих. Но недавно случилась история. Я купил радиолу «Эстония», и в свободный часок на полчасика я прилег позабавиться классикой. Ну, гремела та самая опера, где кармен своего бросила опера. А когда откричал из камиль ее, вдруг свое я услышал фамилию. Ну, черти что, ну, черти что, ну, черти что, кому смешно, мне не смешно, а вам смешно? Гражданин, мол, такой-то и далее, померла у вас тетя в Фингалии, и по делу той тетки Калерии ожидают вас в инюрколлегии. Ох, и вскинулся я прямо на дыбы, ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы, больно тем какая-то склизкая, не марксистская, ох, не марксистская, и стыд, и срам, и стыд, и срам, и стыд, и срам, а я ведь сам почти что зам, а вы не зам? Ну, промаялся ночь, как в холерия, подвела меня тетка Калерия, и жена тоже плачет, печалится, культ не культ, а чего не случается? Ну, бельишко в портфель, щетка, мыльница, если сразу возьмут, чтоб не мыкаться. Заявляюсь, дрожу аж по потрохи, они меня чуть что не под руки. И смех, и шум, и смех, и шум, и смех, и шум, а я стою и не бум-бум, а вы бум-бум. Первым делом у нас совещание, зачитали мне вслух завещание, мол, такая-то имя и отчество, в трезвой памяти все честью почести. Завещаю, мол, землю и фабрику, не супругу, засранцу и бабнику, а дорогой мой племянник Володечка пусть владеет всем тем на здоровечко. Вот это да! Вот это да, вот это да, выходит так, что мне туда, а вам куда? Ну, являюсь на службу я в пятницу, посылаю начальство я в задницу, мол, привет, по-добру, по-спокойненьку, ваше сто мне, как насморк покойнику. Пью субботу я, пью воскресенье, чуть посплю и опять в окосенье. Пою за родину и за неродину, и за вечную память за тетину. Ну, пью и пью, а после счет, а после счет. А мне б еще, ох, мне б еще, и вам еще. В общем, я за усопшую тетеньку пропил с книжки последнюю сотенку. А как встал, так друзья мои бражники, прям все как один за бумажники. Дорогой ты наш бархатный саржевой, ты не брезговый, Вова, одалживай. Мол, сочтемся когда-нибудь дружбою, мол, пришлешь нам, что будет ненужное. Но если так, то грана мерси, то грана мерси. А привезу я вам джерси, и вам джерси. Надолживал, в общем, до тысячи я. Я ж отдам, слава богу, не нищие. А уж с тысячи-то рад расстараться я. И пошла ходуном ресторация. С контрабаса на галстук басовую
не столичную пьем, а особую. И какие-то две с перманентиком обозвать норовят меня Эдиком. Гуляем день, гуляем ночь, и снова ночь. Никто не прочь, я сам не прочь, а вы не прочь? С воскресенья и до воскресенья шло у нас вот такое веселье. А прочухался лишь к понедельнику, сел глядеть передачу по телеку. Сообщает мне дикторша новости про успехи в космической области, а потом передаем сообщение из-за границы. В Фингалии произошла революция. Издан первый декрет о национализации земель, фабрик, заводов и всех промышленных предприятий. Народы Советского Союза приветствуют и поздравляют братский народ Фингалии со славной победой. На экран я гляжу, как народное. Это как это так все народное? Это ж наша, кричу, с тетей Калию. Я ж за этим собрался в Фингалию. Негодяи, кричу, лопотрясовы. Это все, я кричу, штучки Марксовы. Ух, нет на свете печальнее повести, чем об этой прибавочной стоимости. А я ж ее от сих до сих, от сих до сих. И вот теперь я полный псих. А кто не псих?